Добрый день, рад всех видеть. Хотелось бы поделиться своим откровением, размышлением. Из-за того, что человечество пренебрегает и отвергает жертву Христа, и каждый день своими словами, делами, поступками оно отдаляется от Бога, на эту планету грядут колоссальные перемены. И Бог заранее предупреждает свою церковь о надвигающихся днях скорби. Единственный способ спасти себя и своих близких – это стать частью тела Христа, омываемой Его кровью, частью Церкви Божьей. Пропитаться ведением апостолов, которое им дает Господь, смирить свое сердце и стать истинным учеником своего пастыря и Христа. Ежедневно изучать и исполнять Слово Божье, поступая так, мы не только спасем себя, но и окружающих. Спасем тех, кто будет слушать через нас чистое Слово Божье.